слышу. Мы разбираем, блин. Комп не хочешь пиво самому, то он сейчас меня не подведет.
Пытаюсь во второй раз записать. И сейчас не получится.
que eu vou estar acordado. Come on, dragon, stop, stop. Можно было бы пускать сэкономить вариантом.
продают, обдолжен, типа, кажется. Хрен с этим, да, там их починить. Позвольте, исчезает внезапно. Кажется, что из порта летает. Потому что пишет, что ты испортил. Только мне кажется, что не есть. Но... А, ты мышка. Ты уже замкнул. Ну все, из порта летает. Он, кстати, самый важный испортил. Давайте-ка я подниму. Ой, блин, хорошо. О, один спорт у меня уже вижу. Конечно, самую важную вещь использовали, тварь, блин. Тогда мы, если помните, починили. Вынимаю, собственно. Генератор я тогда точно помню, чиню. Да ёкарный. Это то радиатор, ну, просто вообще шик. Thank you.
там, блядь. Я твою же кишку заново. Я тебя выкупил, понял, тварь? Ну, на вечер тогда у него вообще. Вылетел из компьютера и так далее, там подобное. Чем я сейчас снова все собирать это, блин. Молодец, еще это повредили.
Блин, ну... Паш, ничего такой. Зачем мне? Ну что же пишет сейчас? Нафиг не нужен сейчас. Мешаешься, тварь.
игра непредсказуемая. А, может, купил его, что же, в общем, смотрим, давайте-ка. Так я его купил, ну и хорошо. А, у него не почему целого, что купил бы. Так, ладно. Блин. Попотал на следующий секунд. Сейчас еще посмотрим, что мы тут поставили его. Ну нет, конечно. Не, если стоит хорошо, так. А это падает, не могу закончить ее. Такого обрубка ведра не подводит.
Io che ho comprato. Я не только полетал, это может было починить. Пирог понял, кончилось. А, еще фара. Господи, что я за механик такой. Что я так думаю? Нет, я не то купил. Вот он наш. Ладно, эти запчасти я продал, они мне нафиг не нужны, потому что... О, так. Вот на этом пока остановимся. В следующей части мы будем ремонтировать переднюю часть и подвеску переднюю. То есть все будем менять в следующей части. Так что всем пока. Где записалось? Всем пока.